15 октября церковь празднует память благоверной княгини Анны Кашинской. Святая Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия. В 1294 году вышла замуж за будущего мученика, князя Михаила Тверского. Святой князь Михаил погиб в Орде в 1318 году. Жизнь святой княгини Анны выпала на тяжелое время монгольского ига, когда все жили в постоянном страхе набегов, повышения дани. Князья ездили в Орду к хану, чтобы подтвердить право на княжение, и не все возвращались оттуда живыми. Искренняя вера и надежда на Бога помогали княгине в те трудные дни. Сын княгини Анны, Дмитрий Михайлович, также был убит в Орде через 7 лет после смерти своего отца. Но эти беды не пошатнули веру княгини в Бога. Она решила принять монашество и уйти из мира, чтобы проводить время в молитве и посте. Местом подвига она выбрала Кашинский Успенский монастырь. Она проводила строгую монашескую жизнь наравне с другими сестрами обители. После смерти люди стали почитать ее как святую. Были засвидетельствованы чудеса, происходившие после молитв княгини Анне у ее гроба. В середине 17 века были обретены мощи, останки святой княгини Анны, а сама она была причислена к лику святых.